Если наблюдается гнойно-воспалительный процесс, значит вросший сегмент ногтя прорезал боковой валик как острое лезвие. И даже легкое прикосновение вызывает острую боль. Меня зовут Татьяна Пак. Я владею частной подологической практикой в городе Красногорск, Московская область. Здесь, на моем канале, я демонстрирую проблемы ногтей и стоп и как я могу помочь пациенту быстро и не больно. Больно? Угу, потому что там он растает. Я пока только длину убираю. Угу. Я все убрала. Сейчас буду только грануляцию убирать.
убираем. Куда мы будем убирать? Ага. Угу. Посильнее можете потрогать. Длиннее. А? Этот выглядит длиннее, чем этот. По ощущениям как? Видно. Ну, тут ранка чувствуется вот это вот. Ну, а вот такого давления сейчас нет ногтя. Только щипочку. Ну, давай, сейчас обработаю. Ставь сними. Вон, видите, то, что вот постоянно вот здесь гноилось, и вот сюда вот эта мацерированная кожа. Мацерированная – это распаренная кожа. Постоянно, когда влажная среда вот отсюда, да, вытекает, и палец плотно соприкасается. И вот здесь кожа тоже от, да, от этой влаги. Еще вопрос есть. А вообще к самой по процедуре я хотела сходить и по... Куда? На ноги попилить чуть-чуть. Вот выходите, ради бога. Остальные локти подстричка. Сейчас, я вам сейчас все постригу. Я сейчас вам постригу. Чтобы вы знали, какой длины должно быть. Локти. Вы когда в кроссовках шли, чувствовалась какая-то болезненность? Ну, да, это я, да. Да? Сейчас? Легче, да? Ну, вот. Даже заживать у вас будет очень-очень лайтово. Очень лайтово.